видископ. Если Бразилия не выиграет, это, ну, будет вторая жирная печать со штампом, когда закрывается уже конверт, наверное. Не когда открывается, а когда закрывается. Поэтому для Бразилии, я думаю, что важнее будет третье место. И, конечно, в этом плане я хочу, чтобы выиграла Бразилия, для того, чтобы хоть какое-то, знаешь, есть самоуспокоение все-таки. Я буду болеть за Бразилию, чтобы все-таки и та травма Неймара, да, которая, она, скажем так, случилась, я не думаю, что по случайности. Все-таки такие футболисты, они, скажем так, раздергивают эмоции игроков обороны своими нестандартными вещами, как тот же Месси. Просто у Месси более спокойно, стиль такой, а у Неймара более такой поддергивающий стиль. И, наверное, за это как бы он и получил, но получается у нас, если ты выделяешься, надо тебя или побить, или убить. То есть наша же система переходит и на эту. Поэтому и чтобы морально, ну, сборная готовила, морально как бы закончила чемпионат хорошо. Витископ. Спортивное видео.